Как говорится, привет, я Стас Давыдов. Сегодня я хочу провести один эксперимент. Все мы видели ролики, где люди зимой выливают на улицу ведро с кипятком, и оно тут же превращается в снег. Для этого нужна достаточно низкая температура. Несмотря на то, что сейчас в Риге март, там снаружи где-то минус 15. Учитывая, что порывы ветра бывают аж до 9 метров в секунду, то комфортная температура где-то минус 25 и, скорее всего, даже ниже. Я не знаю, достаточно ли этого для эксперимента, но я думаю, что стоит попробовать. Поэтому я взял вот это вот пол ведра вот эти вот с кипятком, и сейчас попробую вылить их на улицу. И мы посмотрим, получится ли у нас красивый и пушистый снег из этого дела. Субтитры сделал DimaTorzok.